12 гепардов доставили в Индию из Южной Африки для расселения в дикой природе. Это решение приняли в рамках программы по возвращению хищников на полуостров Индостан. В январе две стороны достигли соглашения о передаче около 100 гепардов индийской стороне. Планируется перемещать 12 особей ежегодно в течение следующих 8 или 10 лет. Так в стране намерены возродить популяцию гепардов. Я напомню, больше 70 лет назад в Индии эти животные официально признали исчезнувшими.